Итак, маленький обзор получившейся котельной. Данная котельная пятиконтурная на базе двух котлов Протерм по 45 кВт каждый, максимальная 50. И вспомогательного электрокотла 9 кВт, тоже Протерм. Данная котельная поставляет, а точнее вырабатывает тепло для снабжения теплотрассы и, соответственно, для теплоснабжения здания, которое стоит по соседству, примерно 500 квадратных метров. Теплотрассы пока еще не подключены. У Упаноровские трубы видно. Это основная теплотрасса, красная. Раутитан Пинк фирмы Рихау. Это теплоснабжение системы антиобледенительной системы. Вот незаконченное подключение. Видим насос. Система антиобледенения установлена на обратке, на подаче. Подающая магистраль имеет термометр, манометр, технологический кран. То же самое на обратке. Перед всеми насосами установлены газовики. Все насосы снабжены обратными клапанами, чтобы разделить их работу. Так что, так как в системе более чем один насос. Все котлы подключены по параллельной схеме. Каждый из них может работать как один. Как самостоятельно, так и все вместе, включая электрокотел. Электрокотел обвязан с помощью обратного клапана на подающей магистрали и грязевика на обратной перед входом в котел. Также вспомогательные термометры, по которым удобно судить о температурах обратной и подающей магистрали. Котел запитан на общий коллектор. В теплопункте имеет место также бойлер той же самой фирмы Протерм. 100-литровый бойлер для снабжения горячим водоснабжением маленького здания, в котором расположена данная котельная. Обвязка котлов несложная. Перед кранами, отсекающими теплогенераторы, установлены группы безопасности котлов, то есть до кранов отсечки. На всех агрегатах установлены сливные краны, разъемные соединения для удобной эксплуатации, ремонта. В котельной имеется также два вспомогательных контура. Один для теплоснабжения небольшого здания, в котором расположена сама котельная. Второй для будущей небольшой теплички, которая в перспективе. Поскольку в данной системе, которая ограничивается теплообменником в соседнем здании, воды не так много, расширительный бак получился такого объема.
вспомогательные контура снабжены термостатическим регулированием температуры контурной воды в контурах. Плюс перепускные клапана, так как у нас насосы постоянного расхода, а в системах применены тепловые приборы с термостатическим оборудованием. Общий вид. В обвязке теплотрасс имеются очищные краны, соответственно, манометры и термометры, плюс технологические краны для промывки, продувки, проливки и так далее. Обвязка теплотрасс – секрет фирмы.